Добро пожаловать, друзья мои. Меня зовут Брейн, это у нас с вами Даша. У нас с вами Даша. Ты понимаешь, насколько эпично прозвучало? У нас с нами тут Даша. У нас с нами Даша? Да. С нами Даша, с нами Олег. Кушай больше снега, и будешь ты атлет. Кушай больше снега. Я в детстве, кстати, хавал снег. Waterfall! Ух ты, у меня ты не что, было такого. Ты что, здрасте, мы с тобой играли уже. А, играли? Ты про снег рассказывал. Давай пока. Да, в детстве кушал снег. Главное, что не желтый. Я уже представляю шутки юмора от троллей в комментариях. А, наверное, желтый снег кушал. Нет, не желтый. Так, подожди, Леш, ты не видишь, да? Я вижу, я вижу. Вот, это нам надо с тобой открыть. Тут либо персонаж так, будет, либо... Так, родная, ставь, короче... Нет, нет. Хотя... Так, хана ну тебе, это? Родная. Леша, что за звук? Я упала! Твою мать! А ты открыла? Что у нас открылось? Сейчас посмотрим. Пирамида! Пирамида! Открыт уровень for Дарьи Рейн! Почему Дарьи Рейн, если я его открыл? Это мой левел! Нет. Это мои сучечки в тесте. Что, Леш? Ничего. Леш, ты опять наркоманишь. Нет. Я тебя сколько раз просила, не наркомань. Да Шуля, нет! Пока, ах ты пока. Маленькая попа. Уи. А и как дальше, мы наверх? И дальше. Да Шуля, то есть ты не подумала о том, чтобы забраться выше, ты подумала о том, чтобы повредничать. Подожди, родной, понимаешь? Тебе, если ты будешь здесь подпрыгивать, тебя будет засасывать сразу в эту... Куда? В дыру. О, нет, неправда. Нет, я буду просто танцевать. Смотри, можно Майкл Джекс! Давай, милочка, удачи. Майкл Джексон, попробуй встать. Давай, ты иди. Тихо, спокойно, ребята, спокойно. Почему тебя не засосало? Меня не засосало, потому что я слишком енот, поэтому меня не засасывает. Енота, в принципе, не может засосать такое дело. Давай, меня тебе опять не видно. Да ладно тебе. Так. Успокойся. Опять ты свои двери ставишь. Успокойся. Ну, вот как мы туда запрыгнем, умничек ты мой? Сейчас придумаем. О, епты. Как дальше? Ебическая сила. Тихо, тихо, тихо. Смотри, как это делается, смотри. Как ты пока так сделал? Пока. Я на этом, на иксе. Ускорился. Я свалилась из-за тебя. Лунтик родился, кто-то на ютубе скатился, а ты просто свалилась из-за меня. Я ненавижу эту игру. А я ее обожаю. Ну, конечно, потому что ты выигрываешь. Давай сделаем... Гадость. Нет. Да. Нет же. Ну нет же. Да. Ну нет. Нет, нет, нет. Почему ты так понимаешь? Никаких гадостей не знаю. А что происходит? Что с медом происходит? Круговорот метка в природе, смотри. Ой. Ай, блядь. Как на беговой дорожке. Давай, давай, давай. Как заставить человека похудеть, да? Как енотик нужен Что, Леш? Нет. Чего? Я ненавижу твоего енота. Да есть! Твою мать. Что за дебилизм мы с тобой построили? Я не знаю, Дашуль, просто мед, который делает круть-круть. Это нормально. Ты опять каждый медок мечтает делать круть-круть. Ты забрала мою доску. Ладно, я тоже хочу допрыгнуть сегодня. Хочешь допрыгнуть сегодня? А может, ты хочешь потом это завтра сделать? Олежа! Знаешь, нормально. Я тебя безумно сильно люблю. Тихо, тихо, стой, 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 стой. Открывайся! То есть ты мне решил спихнуть? Давай, Дашуль, давай, давай. Я даже потанцую. Смотри, как я бегаю. Ты бегаешь, как макакочка маленькая, смешная. А ты как бегаешь? Я что-то с хвостом твоим делаю или что за пошлость? Да, ты там что-то сзади пристроился. Ты подпрыгнула и начала крутить хвостик. Это типа моя белочка с тобой флиртует. Сейчас будет очень больно. Хорошо, Леш. Так, хорошо. Что нам надо? Нам надо вот эту штучку поставить вот здесь, вот, допустим. Да Шуля, зачем? Тихо. Бля, еба! Еба, бля! Смотри, как я классно бегаю! Да я вижу. Я даже не получу очко. Какого? Подожди, а за что ты очки получила? Потому что я добежала, а ты не добежал. Все, хана тебе, короче. Я так и знала. Хана тебе, я сказал, все. Так, как там оно вертится? Так, 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 так. Давай поставим эту поебню вот сюда. Жулем. Жулем, вот давай возьмем сейчас желание победить в руки и попробуем затащить с тобой. Хорошо. Жулем. Тихо, тихо. Бля. Чем он метает? Мёртв, что ли?
пожалуйста. Поставил свою медометательную машину. Медометательная машина? Медометательная металл, да, не медометалл, а металл. Чего-чего? Кто из нас наркоман еще? Потрогай лобик, может, мало ли что? Ты лучше свой лобик потрогай. Не надо. Можешь потрогай меня еще? За лобби. Тихо, сейчас тебе покажу прикольчики. Так. Я не с тебя не собиралась. Да. Что за наркоманские белки и еноты? Люди мне обещали, что можно зайти в это отверстие. Я живой? Нет. Да, я же падаю. Нет. Что это был за японский ты с гардемарин, скажи мне. Я хотел эту взять штучку. Ладно, хорошо, хорошо. Ну, ты хочешь по жести, так... да? Как по чернухе так... хочешь? Как бы тебе так вот тут... Ладно. По чернушке хочется, да, немного? Ну, давай. Ну зачем так ну, вот ставить? Так вот это же глупо. Мне. Нет, не глупо. Не глупо. Прыгай. У меня открылось достижение жестокость к животным. Еще какая жестокость? Мало того, что ты на медок присела, тебя еще ошпарило моей штучкой. То есть, получается, там под напором вышло. Тебя ошпарило моей штучкой. Лежа, фу-фу-фу. Ну, ошпарило. Я ж поставил штучку, она тебя ошпарила. Так, Дашуль, для самых-самых-самых вот здесь будет монетка, смотри. Вот тут вот прям, оп. Хорошо. Ты же захочешь пройти, правильно, левелс, чтобы выиграть у Олежики? Олежи. Отлично. У Олежи сейчас все выиграем. Так, я не буду пока бежать. Слишком рисково. Монетка моя! Смотри. Что это получается? Я же говорю, что? Вечный двигатель. А вечный двигатель белочек в природе? Вечный двигатель белочек в природе. А вечный двигатель белочек в природе. Портит. Да, это хороший вариант для прыжков. Только хер мы туда допрыгнем. Так, хорошо, 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 хорошо. Я поставлю вот здесь. Вот. Мало ли вдруг кому-то понадобится. А я здесь поставлю. Смотри, как я сейчас мастер-классовский. Бля! Монетка моя! Монет! Дашуля, стоп! Ай, ёп твою мать, жестокость с животными мне тоже дали. Дашуля, да? Ну так нечестно. То есть, когда ты побеждаешь, это честно. Увидела финиш и помчалась просто, помчалась. Енот-аутсайдер. Нет. Нет. Нет, енот не аутсайдер. Сейчас тебе покажу, блин, енотика-аутсайдера. Я хотела взять. Ничего не знаю. Вредная енотик ты. Енотик-аутсайдер, сейчас у меня попляшет. Значит, ты там, получается, прыгаешь. Я вот сейчас поставлю, и все. Не, Дашуля, не надо. Ну мы ж не запрыгнем туда. Не запрыгнем, что это такой голос обиженный? Мы туда не запрыгнем. Мы туда не запрыгнем, ты понимаешь? Хорошо. Вот ты повредничать любишь, а? Я смотрю. Тихо. Тихо. Блять. Я жду, когда тебя убью. Блять. Это... Тихо, енотики. Посмотри, тебя что-то жахает, тебя распиливает пополам. Меня в попу мне вошла, походу, циркулярка. Да. Я супербелка. А какого фига ты выиграла? Я супербелка. Если всегда победитель в этой игре я. А сегодня победил... Что это было? Я не знаю, у меня опять заглючило, я сейчас перезайду к тебе. Примерно такие звуки можно услышать либо из вашего живота, либо из моих уст, когда вы смотрите, как мы играем в Ultimate Chicken Horse. Пирамидки! Пирамидки! Ебать копать! Иду! Курочка увидела пирамидку! Блять! Ебать! Тихо! Лежа! Я пытаюсь. Господи, какой же ты наркоман! Я не наркоман! Я просто люблю играть в эту игру. Смотри! Я вот это возьму. О, подожди, давай посмотрим, куда надо попасть. А куда надо попасть? Через все пирамиды. О, зыбучие пески. Смотри. Слушай, ничего себе. Так, хорошо. Подожди, а в чем же сложность? Я так понимаю, здесь ходить нельзя, наверное, да? А я не знаю. Disconnected у меня. Коробочка потряслась. Внимание, внимание, уважаемые фараоны. Когда вы идете в туалет, не забывайте за собой сливать ваши пирамиды. С уважением, администрация, да? Че-то я вспомнил просто. Чего ты наркоманишь опять? Нет, туда. Че ты делаешь? Хочу над зыбучими песками поставить. Ага, ниже нельзя. Не надо, давай по приколу в зыбучку. Ты у нас в зыбучку пойдешь. Ах ты, зыбучка. Зыбучка Дид. Давай зыбучка Рейн будет классно.
Нет, у меня нету «з» представления. Всё, удачи, Толя. Что ты сделал? Пока! Зачем ты это сделал? Пока-пока. Подожди, а что я засыпаю? В смысле засыпа... Что это там, фараоны открылись? Дашуля? Олежа? Дашуля, ты пос... Ты вообще понимаешь, что фараон движется? Это не фараон, это сфинкс. Ну плевать на него, он движется. Я понимаю, так надо... Нет! Смотри, там динозаврик! Я вижу, это гольф-клуб. Ой... А что сложного в этом левеле? Я не знаю вообще. По сути. А какие пакости может при... А, так может проход перекрыть, ёпт. Вот так вот. И вот хер так. Кто про... Чё я все время наверх смотрю? Блядь, тап-тап-тап-тап-тап-тап-тап-тап. Только ник немножко виден, тап-тап-тап. Что ты успел сделать? Так, я подожду. Шуля, а ты... Ты такой звук издала? Я такие звуки не издаю. Я его по хвостику проехалась. Я вижу. Курица брендит. Мне уже кофе успел остыть. Так. Angry Chicken, ебаный свет. Ладно. Хорошо, Олеж. Хорошо. Мы хотим по жести, значит, да? Хочешь по жести, значит, будь тебе по жести. Игогошечки! Едем в далекие края. Вот тут, блин, хреновая тема. Ну ты ж поставил. Ой, упал? Не? Нет. Жив? Чё, я еще жив, потому что я... Нет! Тихо, тихо. Тебя прибило, ты не успела окочуриться и все. Че ты танцуешь какой-то как... Да, я отыграюсь. Маленькая ты задница. Нормально. Хорошо. Хорошо. Подожди, что ж мне взять? Давай бомбу возьмем. Кого ты хочешь бомбануть? А я не знаю еще. Решил. Вот это, наверное, уберу. Зачем оно здесь? Действительно, давай я лучше вот так поставлю. Давай. Ну что, побежали? Это ж батутик. Ты беги на иксе, так быстрее будет. Ну, а прыжки? И прыжки тоже учитываются. Давай. Сука. Два ника утонуло. Подожди, у тебя слева тоже вылетит? А что это такое? Подожди, что это вылазит? Где ты, о чем? А слева, о мой бог, прости бомбить. Что ты за Бородино ты зачитала сейчас? О мой бог, прости бомбить. Скажи-ка, дядя. Что это такое, скажи, пожалуйста. Недаром. Не знаю. Жив. Ну, это просто нажимаешь, получается L1, по-моему, и там команды разные. Ах, L1. А когда нажимать? А, L2, пардон, L2. И правым, правым этим... Ну, видишь, я вам делаю. Комплименты, правым? Прости, да, вот маты. Реакции. Подожди. Ха-ха-ха. Подожди, я зажала L1, что дальше? LT, пардон, я же перепутал с PlayStation. Что дальше? С левой руки просто нажала. Потом правым грибочком выбираешь, что тебе нужно, и все. А у меня не выбирается. А, все. Благодаря ха-ха-ха, мышление благодаря. Прям Пушкина стихи, ну ёб ты, бля. Ну что ж поделать нам теперь? В игрушку поиграть нам нужно. Давай попробуем с тобой здесь затащить. С тобой дружно. Дашуля прыгала, скакала и в ловушку заплетала. Нет, она пыталась нас догнать. Ну что же делать, твою мать? А! О боже мой. Кот прибил меня ногой. Ну что же делать мне теперь? И лошадь ускользнула впрядь. И в зыбучих она песках, походу... будет помирать. Слушай, надо стихи писать. Слушай, ты можешь играть сам с собой. Буду просто сидеть, молчать, смотреть, как ты у нас декларируешь стихи. Не надо. Я хотел эту вещь забрать. Я понимаю, что... Все. Ладно, хорошо. А ты будешь вот так бегать со стихи? Да. Хорошо. Ладно. То есть мы хотим лютую поебню, да? Вообще непроходимая. Хорошо. На тебе, на зло. Дашуля, хорошая идея. Хотел сказать, Олежа, может тебе не надо спешить? Да твою мать, куда спешить Олежке надо? Дашульку победить хотела. Вот такая вот награда. Есть! Даша победила Олежку. Ладно, хорошо. Нет! И все, Дашуля, вот сейчас вот я на полном серьезе готов затащить на полном курьезе. Сейчас вот это я возьму, чтобы победить тебя прям быстро.
Слушай, ты рифмоплет, Олегович. Рифмоплет, Олегович. Так, вот это значит тут у нас вот так, а я вот это сделаю вот там. Хорошо. А чему паримся, собственно? А, херу. Блин! Как нечестно! Сейчас я пройду здесь. Я надеюсь, по крайней мере. Бля! Ебаный! Тихо, тихо, катан, открывай, открывай, давай, давай, поднимайся! О, Нечка! Задница такая! Ты понимаешь, насколько. Чуть дальше тебя! Как эпично вышло, да? Все. Так. А что мы. Подожди, а там две разве эти штуки были? Походу, да. Походу, да. Да шулям! Это нечестно. Немножко по-читерски. Вот так тебе. Хорошо. А ты понимаешь, что они не будут вертеться, если они крутятся в разные стороны? Ничего, у меня все вертится. А вертится быстрее, земля. Тихо. Тихо. Ёбаный. Ладно, дошуля быстрее, дошуля. Это просто пиздарики, знаешь? Честно. Ну хорошо, мы по крайней мере идем с тобой одинаково. Нет, я хочу быть больше тебя. Я хотел эту штуку взять. Я ее специально приметил же. Нет, Олег, запомни, бабулька и груши в Mortal Kombat, как и тут вот эти штуки, они мои. Зачем ты? Хорошо. Слушай, ты вредная попенция. Обижали, Дашуля. Обижали, на иксе давай, на иксе. А смысл... Ах ты, курочка! Гриль! Блядь! Я думал, он не пройдет там! Как зло, блядь, Гэндальфа! Давай, давай, до финиша! Она меня практически, практически до финиша дотяпала! Курочка, Олег Брей! Бройлер Олежка, да? Хм, интересный выбор. У тебя очень большой выбор, знаешь? А зачем, Олег? А я не хочу ничего другого взрывать. Дашуля, вот скажи мне, насколько ты вредная, вот честно скажу. Вот зачем ты на спинку кошки поставила колючку? Чтобы она была колючей кошкой. Блять. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Полдела сделано. Полдела сделано! Давай, да вези меня, вези, кареточка с добром, вези меня скорее туда, где автопруд. Смотри на карусель, карусель. Начинаем рассказ. Прокатись на нашей карусели. Дашуля, два раунда, я должен выиграть. Нет. Значит, нет. Отлично. В монетку. Так, хорошо. Так, проблема была вот в этом разряде. Значит, тут где-то были проблемы. Тихо. Я взял. Ты сейчас умрешь за жадность. Умри за жадность. Умри, Джон Сноу, за жадность. Нет, нет, да, 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 да. Дашуля, что там? Что там происходит? Твоя лошадь, походу, там в конвульсиях бьет. Ничего себе. И хрена? Слушай, ты последний раунд. Ох, как хорошо. Я возьму медузочек. Медузочек? Медузочек. Так, хорошо. Ты прыгаешь сюда обычно, да? Что? Дашуля. Что? Ты на иксе прыгаешь? Бля! Нет. Нет, нет, нет. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, давай, давай, давай. Так, ты первый давай. Нет, ты первый. Ты первый прыгай. То есть ты Дане уступаешь? Да! Ёпта! Бля! Есть! Блядь, меня прибило нахер, смотри! Что со мной происходит? Надо было выложить дорожку, и мы бы на финиш упали с тобой прям. Все поздно. Я победил. Ты суперкурица, да? Классно, представляешь? Ой, ребят, вы видели того чувака? Он лицо давно не показывал. Да, это суперкурица, нифига. Как-то так, наверное, да? Это суперкурица. У меня снова деревья. Я думаю, что здесь можно, наверное, закончить. Или хочешь еще пожить? Посмотреть, не появились ли какие-то эти самые... Выбор уровня. Я сейчас перезайду опять. Ты наркоманская белочка. Я не наркоманская белочка. А там какая-то песня была. Что-то такого типа. То есть ты решил нас за белую пушистую белочку. Ты можешь сыграть на голосовых связках, как будто ты играешь там. Как-то так. Хорошо, Дашулька, хорошо. Хочешь боль? На тебе боль. За что ты мне мстишь? Ты же выиграл. Я вообще-то... Тихо. Есть такое дело. Есть. Слушай, белка-летяга.
Белка-летяга. Привет, ребята. Это самая классная стильная белка-летяга. Слушай, ты белка на... Я хотел эту штучку взять. Ну, мало ли что ты хотел. Ладно, хорошо. Так, получается, ты запрыгиваешь сюда, значит, можно здесь стать. Ну, ладно. Ну, ладно, Марми, ладно. Шоколадно. Да, Шуля, аккуратно. Блядь, прям в щи! Епический центур. Нет, нет, нет. Печально быть овечкой, проигрывать в игре. Стоял я там со свечкой, походу мне... Ну, там... Трындец. Да, трындец. Так, вот хорошо, 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 хорошо. Ты хотела боль, мы сделаем боль. Мы сделаем боль вот прям здесь. Алиша, а как мы запрыгнем? А вот смотри, я тебе покажу супер мастер-класс. Смотри, 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 как это делать, смотри. Ну, давай. Блядь, нет, нет, это не тот мастер-класс, подожди, нет, нет. Да что, смотри, молодец, тактика следующая. Ты цепляешься за край вон той вот хуеблетки, ага. И, в принципе, поднимаешься наверх. Ага. Ага. Что, ага, там можно подняться. Ясно, понятно, солнечно. Прохладно. Так, хорошо. Ты хочешь, чтобы... Ну, давай вот так поставим. Ну, может, типа так молодец, лучше будет. Молодец, Олежа. Дверь же открывается, что переживать-то? Ну, конечно. Блядь. Да, хорошо, да, дверь открылась. Да. Нет, что я сползла, как ты... Подожди. Олежа! Олежа! Что? Ха-ха-ха, слишком легко. Так, хорошо, 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 хорошо. Мы хотим боль, да? Зачем здесь? Это же нелогично. А где будет логично? Вот здесь? Здесь, да. Хорошо, ты хочешь по логике? Давай по логике. Я человек логика. У каждого только своя логика. Тихо, 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 откройте дверь, уважаемый, чтобы Олежа прошел. Блять! Что это за медленный бег? Я не знаю. Это было угарненько. Почему у меня дисконнектед опять? Опять ты дисконнектнулся, и мне приходится из-за тебя переигрывать. Это не мои проблемы. Понимаешь, просто это не мои проблемы. Это проблемы, видимо, твоего провайдера. А при чем тут мой провайдер? Так, сюда допрыгнешь? А сюда? Сюда точно допрыгнешь. Моя белка еще ухмыльнулась. Так, так. Ебать! Давай, нажимай! Давай, 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 я верю в тебя, я верю в тебя. Давай. Подожди, тихо, 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 мне надо собраться с мыслями. А, давай. Да, детка, нет! Да, нет! Это нечестно. Это просто самый такой банальный, читерский, женский ухмыльчик прием. Ухмыльчик женский. А что ты все время на женский? Ну, потому что вот так вот. Это никакие не гендерные стереотипы. Да у тебя дурацкий стереотип. Неправда, ты назвала меня дураком, все, давай удачи. А еще говорят, что у нас логика женская, она такая нелогичная. Лежа. А смысл? Что ты этим хочешь доказать? Бля. Нет, 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 только привет. Сука. Ладно? Нет. Нормально. Нет. Ну нормально, Дашуль. Тебе голос под белочку не подходит. А как белочки разговаривают? Примерно так, наверное. Я маленькая белка. Нет, я могу разные голоса делать. Да я знаю, так что... А что ты делаешь, такой плохой человек? Из-за нет, тебя это я не увидела, что ставить. Ты поставила то, что, видимо, посчитала нужным. В каждом нет. из нас где-то кроится то самое неизведанное, где подсказывает нам, что ставить в данный момент времени. Палку Лежа, или все-таки колесо? Ну что, не надо так мне вот голову, это самое... Я тоже услышал. О, бля. Тихо, я жива. Тихо. Я жива. Тихо, тихо. 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 Я жива! Я жива! А что, можно... О, нет, 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 финиш! Блядь. Я чуть за финиш не улетел. Я не буду больше с тобой играть. Почему? Ты выигрываешь. То есть, когда ты выигрываешь, ты радостна. Конечно. А когда проигрываешь, ты играть с тобой больше не будешь. Конечно. Вполне логично. Хорошо, хорошо. Где ты испытываешь проблемы? У меня наверное... с тобой проблемы вот сейчас вот здесь, я испытываю. Почему со мной проблемы? Разве у меня нет проблем? Блин! Что это был за глюк такой забавный? Сука, я не знаю! Я не знаю. Тихо. Моя белка, по-моему, кричит, еще и падает. Как я удачно подставил! Как я четко подставил, да? Я тебя, твою белку. Я тебя ненавижу. Ты белка. Давай удачи. Так, сейчас. Ну хорошо. Хорошо, Олеж. Так, хорошо. Ты хочешь по жести, да?
По жести, значит, да? Давай сюда. Зачем? Не знаю, не всегда знаю то... Тихо, 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 я стою. Тихо. Тихо. То есть я не зря поставила, да? Нет проблем? Лежа, каких у тебя? У тебя, по-моему, как раз много проблем. Так. Мышление, вообще мышка. Не мышка мышление, а Олежка-белочка. Хорошо, хорошо, Дашулька, хорошо. Окей, Дашулька. Ну ладно. Окей. Олежа, смысл? А что это за мандражу белочка? Я не знаю, что там... Блядь. Ты так классно скричал. О! Шулер. Нет, Дашуля. Я понял. Я ближе к финишу поставлю еще какую-нибудь бяку. Если ты поставишь какую-то бяку, я же... Я знаю, ты будешь играть и проходить эту бяку. Вот эту бяку я поставлю. Нет, ну за да, что? Да, да. Нет, монету не надо, Дашуля. Ну монету же нам надо забрать, правильно? Ну так я вот здесь ее поставлю. Ага, значит ты вот тут вот, вот тут вот. Я перепутала тебя со мной! Бывает, на ё бывает и на е бывает. Нет! Я расстроилась. Почему? Мы с тобой вровень идем. Нифига себе вровень! Олеж, у нас с тобой, по-моему, разное понятие вровень. А что ты бяку не забрала? Потому что я обиделась. Не надо обижаться. Надо. Нет. Так, а где мы летали? Вот здесь мы летали. Хорошо. Перегороди на проход. Так, спокойненько. Блядь! Я улетел, сука, с информацией невозможно. Так близко, сука. Прости, нет проблем. Тут можно прям... Это как текстовое порно. Слишком легко бомбить. Близко. Слишком легко бомбить. Не там. Нет. Другие ловушки. Ладно. Хорошо, я что-нибудь взорву вот здесь вот. Что-нибудь рандомно. Очень логично ты взорвал, знаешь? Вот просто логика прям все взорвала. Я пытался логично взорвать что-то. Это мое. Нет. Ёпта, блядь! Понаставлял? Сука! Понаставлял всякой хурмы? Хорошо. Дашуль, ну что ты делаешь? Объясни мне, пожалуйста. Просто популярно. Хорошая идея, да. Дашуля, мы не пройдем это. Понимаешь, как Гендаль говорил, зло не пройдет, и мы не пройдем. Ну, чё, хоть мы и не зло. Да, решу, давай вот сюда. Господи, какая же ты вредина. Нормально все. Тихо. Ты не падай. Тихо, 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 тихо. Тихо. О, нет. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. А, нет! Нет! Что там было? Что где? Что? Блять! Теоретически сейчас я должна там еще распилить. Блин, меня распилить должны. Нет победителей, нет очков. Как так-то? Ну, потому что еще два раунда. Сейчас я чпокну точно. Леша, ты понимаешь, что это немного двоякое значение? Ну, я в игре говорю сейчас. Ах, вы. Накажу тебя под самый, как говорится, первый номер. Так, хорошо, хорошо, хорошо. А где у нас проблемы? Понаставляли в конце, куда мы с тобой не доходим сейчас. Давай сюда вот. Зачем? Не знаю я. Если б знал, не делал бы, наверное. Нет, нет, тихо. Не прыгай, Дашулька, нет. Блядь, я засмотрелся, как ты падаешь, радуясь, ликуя этому. И помер, как... Белка. Никогда, ребята, не злорадствуйте. Никогда не делай. Вот я позлорадствовал немножко по милоте душевной. Милоте душевной. Так, где у нас... Что ты такое ты понаставила? Я не знаю. Давай поставим... Нет, не надо здесь, мы просто не пройдем реально. Давай сюда. Молодец. Сейчас попробуй, подожди. Тихо, тихо. Нет, не крутись. Вот, нормально, давай ко мне. Тихо, тихо, тихо. Да что ли, нет, моя монет... Моя монетка! Есть! Есть! Ну и что? Что будет? Кроме монет... Нет! Ай! Все равно победил. Да, немного. Ты видела? Ничья? Нет, ты же победил. Написано было ничья. Потому что мы вдвоем до финиша дошли, но ты я монетку схватила. Супер-белочка. Супер-Олежка, супер-белочка. Так, ну что, будем прощаться, наверное, я с думаю, ребятами? Что да, на этой прекрасной ноте. Да. Не забывайте ставить лайк, ребята, если хотите больше Ultimate Chicken Horse. Пока-пока. Всем пока-пока.